Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! 22 июня в 4 часа утра в Люберцах прошла акция «Свеча памяти». Именно в этот день и час, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война. В память о погибших в сражениях люберчане каждый год приходят к вечному огню, чтобы зажечь свечи. Несмотря на пандемию, и этот год не стал исключением.